сейчас вот здесь вот то появляется, то пропадает звук. Ну, сам штекер, короче. Это я его уже начал разбирать, выпаял. Но тут вообще красота просто. Главное то, что его можно разобрать и даже почистить. Ну, в крайнем случае попытаться это сделать. Разобрать и почистить. А так вообще за годы эксплуатации он, конечно, очень сильно почернел. Ну, то есть он там полностью черный. Ну, ладно, я так понимаю, что эту часть не вытащить режимную. Ну а здесь как бы вот такая вот вещь, все черное. Сейчас попробуем очистителем немного придать ей молодости, если получится. Ну, как бы да, стало пободрее. Очищается. Так. Следовательно, здесь, скорее всего, можно будет тоже что-то вытащить. Хотя, в принципе, зачем? Эту сейчас ставим назад. И... По-хорошему, конечно, бы его поменять. Но такого хорошего сейчас прям сразу не найдешь. Где-то там искать, выпаивать, это, конечно, немножко проблема. Так, здесь у нас хорошо, тут у нас оттогнуть немножечко туда прям, вот. Ну и все, я думаю, можно прям так чистить. Очистителем. Ну и, соответственно, щеткой. Кошмар, конечно, он тут черный. Ну, все, зашурупиваем и будем паять обратно. Только ноги предварительно выровнять немножко, и все. Вот поставим. Я думаю, что, ну, это максимум, что мы можем сделать сейчас. По-хорошему его бы, конечно, поменять. Ну и, собственно говоря, будем пытаться впаять обратно. Ограничено.
Встали правильно. Так. Ну, все, можно собирать.